Наша съемочная группа познакомилась с претенденткой на звание «Мисс Землячка 2010». Во всероссийском конкурсе красоты по таким названиям Волгоградская область будет представлять Мария Мамонтова. О девушке, которая в нынешнем году стала лицом своего региона, в репортаже Екатерины Караваевой. В копилке Марии Мамонтовой уже несколько побед на городских и студенческих конкурсах красоты. В свои 25 девушка попробовала себя в качестве фотомодели, телеведущей, журналиста и даже приняла участие в спектакле. Образование высшее филологическое, плюс факультет хореографии Московского университета культуры. Последние 3 года Мария живет в столице, и каждый ее день расписан чуть ли не по минутам. В таком темпе она привыкла жить с самого детства, делится отец волгоградской красавицы. Значит, она и ходит на танцы, в акробатику и макраме. Ну, я просто удивился, говорю, разве так можно разрываться? Она, да, да, я хочу. И вот так с детства передалось во взрослую жизнь. То есть такая разносторонность, да, интересно? Да, такая разносторонняя вообще. Для участия во всероссийском конкурсе «Мисс Землячка 2010» Марию отобрали из 250 претенденток. Жюри понравилась не только фотосессия девушки, но и ее литературный талант. Специально для конкурса Мария написала эссе. Говорит, что в работе над ним помог журналистский опыт. Необычны не только отборочные туры мероприятия, но и сам конкурс. Главная цель проведения «Мисс Землячки» – укрепление связи между регионами страны, а также реализация творческих потенциалов молодежи. По словам Марии, серьезную поддержку и оказывает сегодня землячество Волгоградской области. На самом деле поддержка землячества в Москве, она неоценима, потому что они занимаются не только там какими-то глобальными вопросами, поднятием рейтинга нашего региона, но и даже бытовыми. Мария Мамонтова в числе финалистов «Мисс Землячки». Главным испытанием девушка считает вовсе не дефиле в вечерних платьях, а творческий конкурс. Мария уже решила, что все ее выступление будет пронизано безграничной любовью к Волгограду. Городу, который претендует на звание Патриотического центра России. Фотосессия, которая прошла на Мамаевом кургане, готова. Сейчас идет активная работа над танцевальным номером. Это будет танец, но вот сейчас я посоветовалась с нашими волгоградскими режиссерами, и у нас родилась такая идея, что мы возьмем песню нашей группы, известной достаточно в Волгограде, «Странники», есть песня «Волгоград». И вот эту трилогию мы отразим в хореографии. К слову, в данный момент Мария Мамонтова лидирует по итогам онлайн-голосования на сайте конкурса. Станет ли лицо нашего региона победительницей «Мисс Землячки», волгоградцы узнают осенью. Финал мероприятия состоится 4 октября в Москве. Екатерина Караваева, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».